Приветствую, друзья! В этом видео хочу рассказать вам о мотоцикле Восход 4 и других перспективных моделях завода имени Дегтярева конца 80-х годов. И да, этот выпуск был бы невозможен без помощи Николая Тубаева, его мотомузея и его интернет-ресурса «Мотоковров». Все полезные ссылки оставлю в описании. Мотоцикл «Восход 3М» увидел свет в 1983 году и ближе ко второй половине 80-х стал вопрос о выпуске обновленной модели. 11 сентября 1985 года на площадке у центральной проходной завода состоялась выставка перспективных моделей мотоциклов. Были представлены следующие модели: «Восход 3М Универсал 1», «Восход 3М Универсал 2», «Восход 200 Турист» и «Восход 175 Спорт». На 1986 год была назначена разработка трех перспективных мотоциклов: ZDK-401KD дорожный, ZDK-402KM молодежный и ZDK-4901KS сельский. Аббревиатура ZDK расшифровывалась как «Завод Дегтярева Ковров». Задача, решаемая разработкой, являлась созданием новых моделей мотоциклов легкого класса с одноцилиндровым двухтактным двигателем в модификациях городского, молодежного и сельского вариантов. Последний был ориентирован на плохие дороги и комплектовался передним колесом на 21 дюйм. Для расширения использования мотоциклов и более полного удовлетворения внешнего и внутреннего рынка одновременно с базовыми моделями предполагалось предусмотреть комплектации мотоциклов следующими узлами в различных сочетаниях между собой: с дисковым тормозом переднего колеса, с раздельной смазкой двигателя, с дугами безопасности, с жидкостным охлаждением двигателя, с электронным тахометром. Предполагалось предусмотреть образование модели «Люкс» для мотоцикла ZDK-401KD, отличающейся улучшенной отделкой видовых деталей и узлов. Были подготовлены документы для изготовления оснастки, штампы, пресс-формы, приспособления. Были проведены всесторонние испытания. Также была развернута широкомасштабная рекламная кампания. Выпущена печатная продукция в виде плакатов, календарей, рекламных буклетов. Потребитель с нетерпением ждал эти мотоциклы. Ни один завод в стране до того времени не отважился выпускать серийно мотоциклы двойного назначения. В 1987 году была представлена перспективная модель, получившая название «Восход 4 Спорт». В этой модели была скрещена экипажная часть от «Восхода 3М» и уже прошедший всесторонние испытания двигатель ZDK-175-401KD. Рама, крыло заднего колеса и покрытый декоративным хромом небольшой багажник для нового мотоцикла использовались от перспективной модели «Восход 3М Охотник». В этом году для внутризаводских испытаний было подготовлено три мотоцикла «Восход 4 Спорт», которые до сегодняшних дней, увы, не сохранились. Помимо трех вариантов ZDK и четвертого «Восхода», работа велась над созданием нескольких перспективных моделей «Восход 200» в вариациях «Спорт» и «Турист», а также моделей 3М01 и «Сова» с объемом двигателя 175 кубических сантиметров. Прошли испытания и тема была закрыта. Осталось определиться с выбором наиболее подходящего варианта, учитывая себестоимость, трудоемкость в изготовлении и взаимозаменяемость деталей серийно выпускаемой моделью. Свет увидели только 3М01 и впоследствии «Сова». На тот момент наиболее подходящим был выбран вариант мотоцикла под названием «Сова», изготовление которого было менее затратным. Его и начали готовить к массовому производству, а долгожданный ZDK потребитель так и не дождался. Во второй половине 80-х на заводе имени Дегтярева сложилась достаточно тяжелая ситуация, как, впрочем, и на многих других предприятиях страны. Главный конструктор КБ перспективного проектирования Дмитрий Павлович Кабаев описывал ситуацию так. 80-е годы для производства были очень тяжелыми. Начальником производства был назначен Сафонкин А.Н. Это был временщик, и для него не существовало понятия качества. Все было подчинено выполнению плана. Это было главным требованием министерства, главка и руководства завода. Спустя 10 лет все же произошло чудо. В 96 году сдули пыль с папки архивных документов и на свет появился мотоцикл ZID-200 с неофициальным названием «Курьер». К слову сказать, товарный знак ZDK в последующие годы заводом все же использовался на спортивной, дорожной и почвообрабатывающей технике. Сегодня хорошо сохранившийся мотоцикл ZDK-402KM можно посмотреть в частном музее Николая Тубаева. На этом мой рассказ подходит к концу. С вами был канал Кроссмото, спасибо за внимание, до новых встреч!